тварь сравнены ярко. Иосиф Джаворский, известный ученый, недавно скользнувший из-за железного занавеса. Его жена и дети были убиты в Венгрии. Его помощник привез кейс с секретными данными о русской лунной программе. Цель назначения Иосифа Джаворского — равнина Юка, посреди полигона испытания атомных бомб. Эти люди прибыли из-за железного занавеса. Эти двое — наиболее влиятельные агенты Кремля. Они тут, чтобы забрать кейс и убить Джаворского. Мистер Джаворский, давайте в машину. Флаг на Луне. Как поставить его? Секретные материалы. Фотографии Луны. Секретные материалы. Никогда ранее не покидавший границ Кремля. Первый человек, который пройдет по Луне. Равнина Якка.
равнина Яка, атомная бомба. Время отпусков. Муж и жена. Незнакомые с научными тонкостями. Иосиф Джаворский, известный ученый, посвятил всю свою жизнь на благо человечества. Ян Джо Добсон, патрульный пустыни.
Офицер? Да. Там мертвый человек на дороге. Мертвый? Как далеко? В паре миль. Может быть, чуть дальше. Он лежит позади машины. Похоже, его задушили. Джо Добсон. Коп на колесах прогресса. Мужчина убит. А женщина пропала. Но следы ног ведут в пустоши. Совершенно ясно, что что-то случилось. Ученый стал зверем. Джим. Подожди минутку, Джо. Да. Поехали со мной. У нас беда на дороге. Убийство. Совершенно верно. Увидимся позже, милая. Джим Арчер, напарник Джо. Иной человек, ввязавшийся в битву человечества с злом. Прогресс. Джим Арчер. Был парашютистом в Корее, где получил ранение. Джим и Джо держат дорогу, безопасной для путешественников. 7 дней в неделю. Thank you.
ударная волна атомной бомбы. Все для одного скромного человека было сведено на нет. Иосиф Джаворский, уважаемый ученый, теперь существо, блуждающее по пустошам, доисторический зверь атомной эпохи, убивающий просто чтобы убивать. Там пещера на расстоянии тысячи футов в расселине гор. Мужчина убит, женщина пропала. Джим и Джо поднимаются в гору, в пещере. Один шаг, и тысяча футов покажется позади. Вот и пропавшая. Да. Она без сознания, но, похоже, она еще жива. Она еще дышит? Возьми за руки, Джо. Эй, Джо, я не чувствую пульс. Что ж, доктор ей уже не поможет. Может быть, ангел, но не доктор точно. Газету, мистер? Зверь убивает мужа и жену. Фотографии, утренняя газета. Время отпусков. Люди путешествуют на восток и запад, на север и юг. Мистер Редклифф путешествует на восток с двумя маленькими мальчиками, бедовыми мальчишками. Для некоторых людей нет ничего особенного, даже история про летающие тарелки.
Давай, Арт, сгоняем закусить. Эй, мистер. Извините, что я вас так беспокою. Городские мальчишки, никогда ранее не отрывавшиеся от прогресса, пьют содовую и первый раз видят свиней. Койоты иногда представляют угрозу для путешественников, но ракетная база вынудила их покинуть насиженные земли. Сколько я вам должен? $3. Парни, мы уезжаем. Мам, мы видели настоящих свиней. Да, и койота. Койота? Да. Не вздумайте играть с койотами. Давайте же. Мы уезжаем. Пошли. Нам так никогда еще не было весело. Градусов по Фаренгейту в тени. Там, где нет тени, Джим и Джо пытаются забраться на плато. Достичь вершины для этих людей сущая необходимость. Прыжок с вершины равносилен прыжку с самолета. Но убийца находится на плато. Несколько часов под палящим солнцем пустыни и никаких следов убийцы. Тем не менее, Джим Арчер предложил использовать самолет. Это единственный возможный ответ. Попытаться подняться в воздух и прыгнуть. Если убийца на плато, убить его. Я не вижу мальчика. Я пойду посмотрю. Джим, сначала стреляй, потом задавай вопросы.
Хэнк? Я не могу найти их. Как думаешь, что нам делать? Не знаю, Лоис. Стой тут, я пойду поищу подальше. Мы найдем их. Рэнди. Арт. Арт. Рэнди. Не входить в правительственную собственность, ракетный полигон. Всегда крадущийся, ищущий кого-то, кого угодно, чтобы убить. Главное — это жажда убивать. Thank you.
Сначала стреляй, потом задавай вопросы. Пилот десантировал человека. Если Джо Добсон находился на севере, Хэнк попался посередине. Невинная жертва под колесами юстиции. Человек просто бежал, а его кто-то подстрелил. Джим Арчер, бывший десантник, обученный для охоты на людей и их уничтожения. И жертва. Всего несколько сот ярдов между ним и врагом. Джим приближается к нему, чтобы убить. Медленные движения. Хэнк, где мальчики? Почему ты бежишь? У меня нет времени на объяснение, Лоис. Стой тут. Мальчики должны вернуться. Я иду за помощью. Джо Добсон движется на север, чтобы встретить Джима. Двадцать часов без отдыха, но враг все еще не найден. Под палящим зноем пустыни Джим и Джо планируют очередную атаку, чтобы найти зверя и убить его. Убить или быть убитыми. Человек и бесчеловечность людей.
Рэнди, думаешь, мы потерялись? Может быть. Я не знаю, Арт. Может быть. Пошли. Рэнди, может быть, там есть вода? Надеюсь на это. У меня пересохло в горле. У меня тоже. Рэнди, чего? Где мы? В пещере, я полагаю. Пошли, Арт. Только осторожней. Интересно, может быть, тот большой человек отсюда? Не говори так. Пошли. Арт, назад. Зверь, упустив своих жертв, выпускает свою ярость. Ah!
Ар, пошли. Назад. Хэнк позвал на помощь тех, кто был рядом. Искатели приближаются. Джим, ты в порядке? Да. Да, я в порядке. Давай, потопали. Иосиф Джаворский, известный ученый.